Двойной суицид. Страшная трагедия потрясла родных молодой пары. В Украинском районе возле села Ленинского парня и девушку нашли повешенными в лесу. Она 16-летняя студентка одного из кокшетауских колледжей, он 22-летний житель села Талши Кокжарского района. Рядом с местом происшествия стражи порядка обнаружили автомобиль марки ВАЗ. В салоне машины находилось 2 сотовых телефона, один из которых принадлежал погибшей девушке. Молодые люди оставили предсмертную записку со словами «Мы так больше жить не можем». На связь с родными студентка не выходила почти сутки. По одной из версий, родители были против отношений молодой пары. 8 ноября около 17 часов в лесном массиве около села Ленинское Каинского района были обнаружены трупы. Трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу. На месте происшествия изъяты предсмертные записки, обращение к родственникам, а также машина, принадлежащая погибшему парню.